не знаю, я не знаю, для меня это просто какой-то мем на данный момент, но не понимаю, насколько это все серьезно. Просто знайте, что теперь в авиапарк, походу, нельзя одевать кофты с пауками и футболки. Это все, что я понял. Это все, что я закрепил для себя. Саня, никогда не покупай. Никогда не покупай себе футболку с пауками, даже если они тебе нравятся. Даже если у тебя был паук, и он умер, и ты хочешь сделать это в его поддержку. Неважно. Тебя просто... Тебя за... Ты будешь в туалете записывать видео, стоя на коленях. Тебе это не надо, Саня. Тебе это не надо. С кофтой таракана на спине. Просто все, что я могу сказать, они нихуя не понимают в этой жизни. Они просто неосознанные, они просто, ну, это вот максимально остолопные темы такие, знаете, типа в какой-то момент, бля, смотрите этих, потому что они не такие, как мы. Это ж тупо, блядь, детская вот история. Ну, послушайте, как это звучит. Это же просто пиздец. И, ну, забавно. Это забавно. Я надеюсь, что среди вас нету таких чуваков, очень надеюсь. Ни с одной, ни с другой стороны, что вы, блядь, ну хотя бы, блядь, слушая мои стримы, понимаете, как это работает. И на каких, блядь, харчах это все варится вообще. И насколько это все глупо и тупо, блядь, ну... Просто не ввязывайтесь в это дерьмо, просто будьте выше этого. Вы в какой-то момент станете выше этого, ну, автоматически, потому что вы вырастете. Но, ну, в какой-то момент вы можете в это ввязаться как-то неосознанно, то есть не надо. Это просто остолопские движения, то есть неосознанных чуваков, неокрепших умов.